Добро пожаловать на канал Народные Советы. Из этого видео вы узнаете о целебных свойствах облепихи. На моем канале существует целый раздел, посвященный обзорам всевозможных целебных средств. Ссылка на него сейчас всплывет в правом верхнем углу. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Так вы улучшите свои знания о народной медицине. А еще вы можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Облепиха представляет собой неприглядный кустарник, растущий практически где угодно. К нам он пришел из стран Центральной и Восточной Азии. Главная польза облепихи для человека состоит в небольших желтых ягодах, словно облепивших его. Итак, давайте разберемся в том, как можно лечиться облепихой. Плоды, сок, водный отвар, настой применяют внутрь при авитаминозе у ослабленных больных, при язвенной болезни, при атеросклерозе они способствуют выведению холестерина, наружно для заживления язв на коже и слизистой. Также облепиха уменьшает воспаление, гинекологические заболевания, заболевания прямой кишки. Осенью, когда созревают ягоды, полезно пить сок. В связи с большой концентрированностью его разводят водой и добавляют мед. Рецепт. К 3 стаканам сока добавляют 50 грамм меда, 1 стакан кипяченой воды, половину стакана отвара мяты. Все смешать и хранить в холоде. Полезно для желудочно-кишечного тракта и при пониженной кислотности. Такие кожные заболевания, как чешуйчатый лишай, язвенная волчанка, хиелит, воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ, довольно успешно излечивается приемом внутрь облепихового масла по 2 мл в день и наружно в виде 5% мази из масла облепихи. В народной медицине вместо мазей можно встретить употребление кашицы из ягод облепихи. Ей мажут поврежденные места, раны, ожоги, обморожения. Если же смешать такую кашицу с медом, то получается эффективное общедоступное средство для лечения простуды, болей в горле, кашля и так далее. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!